Развивать в Чувашии систему водоснабжения и водоотведения с помощью средств нового банка развития. Вопрос участия республики в федеральном проекте обсуждали во время рабочей встречи главы региона Михаила Игнатьева с представителями банка и делегацией фонда инвестиционных строительных проектов. Минстрой России проводит конкурс среди городов, расположенных на Волге. Перспективные экологические программы будут включены в инвестиционный проект. Он финансируется за счет средств нового банка развития, который создан странами-членами БРИКС. Вице-президент банка господин Ксиан Жу и глава республики Михаил Игнатьев обсудили перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения Чувашии. Мы имеем определенный опыт по работе с мировыми банками. Отдельные проекты у нас реализованы, успешно могу сказать. Международные отношения с странами БРИКС, они сегодня очень благоприятные. И к нам есть доверие банковских структур мирового уровня. В первом квартале 2018 года подведут итоги конкурса, чтобы следом организовать торги по определению подрядных организаций. Чувашия для участия в конкурсном отборе готовит 4 экологических проекта на общую сумму в 970 миллионов рублей.